Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Наталья Подольская уже 10 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Летом поклонники стали подозревать, что певица беременна, но она не сразу подтвердила эту информацию. Многие надеялись, что у пары родится дочка, так как они уже воспитывают 5-летнего сына Артемия. От прошлых отношений у музыканта есть взрослый сын Никита. Однако судьба распорядилась иначе. 22 октября пара сообщила, что у них родился мальчик. Пресняков опубликовал в соцсети фото из роддома. По всей видимости, он присутствовал на родах и поддерживал жену в ответственный момент. В кадр попала Наталья, которая предстала без макияжа. Она держала на руках новорожденного младенца. Лицо крохи они прятать не стали. Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. «Мы очень счастливы, все хорошо», — написал певец. Супругов сразу поздравили с пополнением коллеги и друзья. «Если сверху решили, то точно все хорошо. Поздравляю, берегите каждую секунду», — заявил Игорь Николаев. «Ура! Поздравляю всю вашу семью. Пусть растет здоровым и счастливым Иван», — присоединилась Сати Казанова. Поклонники тоже стали наперебой строчить теплые слова и пожелания. Напомним, что в последнее время Подольская ходила только в платьях свободного кроя. Она уже не могла обходиться без бандажа. Несмотря на непростую ситуацию в мире из-за пандемии, летом певица отдохнула с сестрой в Турции, а потом съездила в Ялту с мужем. Там она смогла набраться сил перед рождением ребенка. Добавим, что недавно Наталья дала большое интервью, где сообщила, что именно 22 октября в полночь состоится премьера ее новой песни под названием «Бой». Пара хотела так рассекретить пол ребенка, но неожиданно малыш изменил их планы, появившись на свет. А что вы думаете по этому поводу? Давайте вместе поздравим семью Пресняковых с пополнением. Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.